Курносики! Джуниор! Привет, ребята! Смотрите, какой интересный поезд! Как раз сейчас погружают груз на его платформы. Так, я вижу, что уже погрузили молоко, сено и пшеницу в мешках. Хорошо, время отправляться. Итак, поезд отправляется. Ребята, а чтобы нам с поездом было веселее ехать, на своем пути мы будем толкать мячи и лопать воздушные шарики. Правда, здорово? Едет поезд желтый, круглые колесики, а в вагоне сидят носики, курносики. О, ребята, смотрите, это же подъемный кран. Остановимся на минутку, посмотрим, как он работает. Это же так интересно. О, поднимается стрела. По ней туда и обратно ездит грузовая тележка. Ну, а на ней уже держится специальная крюковая подвеска. Ладно, поехали дальше. Время отправляться. Вперед, вперед, поезд! Нужно доставить груз вовремя, правда, ребята? Стоп! Красный свет на семафоре. Хоть мы и спешим, правила железнодорожного движения нарушать нельзя. Так, переключаем специальный рычаг, переводим стрелки и можно ехать дальше. При этом не забываем лопать воздушные шарики. Ух ты, какие интересные рельсы, они похожи на качели. Поезд мчится, поезд мчит. Тук-ту-тук-ту-тук-ту-тук, сердце радостно стучит. Тук-ту-тук-ту-тук-ту-тук, поезд, поезд, торопись, ветер обогнав, промчись. Я стучу, 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 в дальний путь тебя качу, мимо леса, мимо гор, я гоню во весь опор. Я над речкой, на мосту, просигналю вам ту-ту, а потом в тумане скроюсь, называюсь скорый поезд. Ребята, вот мы и прибыли. Всем пока-пока. Яйца!